В Одессе поймали пляжного воришку. Не повезло сотруднице одной из торговых площадок на 13-й станции Большого Фонтана. На рассвете, когда палатка была еще закрыта, преступник, вооружившись ножом, проник вовнутрь, застал там продавщицу и, угрожая ей холодным оружием, обчистил кассу. Также он заставил женщину снять золотое кольцо с пальца, а заодно и прихватил с собой продукты, которые продавались в торговой точке. Когда грабитель скрылся, женщина обратилась в полицию. Оперативники быстро отыскали преступника. Задержанный оказался жителем Кировоградской области. В своем регионе он находился в розыске, а в Одессе жил под открытым небом в одном из парков. Теперь воришке грозит тюрьма сроком от 7 до 12 лет. В воде осталось біля одного з пляжів на 13-й станції Великого Фонтану. Зломисник проник до торгівельного намету, де, погрожуючи ножем продавцю, заволодів її майном та майном з каси. Через декілька годин співробітниками оперативного підрозділу Київського відділу поліції його було затримано.